вас, мои дорогие, с вами Жанна Фетисова. И сегодня, как вы уже, наверное, догадались по этому пакетику, покупки из магазина «Подружка». Меня заинтересовал вопрос, а существует ли все-таки в нашем районе, в нашем магазине «Подружка», а это Москва, Юго-Западный округ, существуют ли вообще какие-то действительно выгодные, по-настоящему выгодные дни, в которые можно что-то интересное приобрести. Я довольно много видела такого плана роликов, где девочки показывают по желтым ценникам массу всего интересного, что я тоже не прочь была бы прикупить, но почему-то в нашем районе все настолько быстро то ли распродавалось, то ли такие высокие продажи, что не требовалось вот так вот снижать цену, видимо, ну я так думаю, на товары. Сегодня благодаря одному из продавцов, который просто предоставил мне такую возможность приобрести все, что я хочу вначале, перед тем, как они это выложат на полки магазинов, перед тем, как это все сметут покупатели, которые знают, что по четвергам есть вот такая вот акция с желтыми ценниками, когда цена вот просто во много-много раз ниже, но буквально, допустим, от 500 рублей может остаться всего лишь 50 в цене. Вот, да, вот такая вот скидка. И в итоге она просто дала мне такую возможность выбрать, и я выбрала довольно много всего. У меня было целых 2 чека. Вначале я приобрела кое-что, потом подумала и еще приобрела, потому что сегодня я встречалась с мамой. Что-то из того, что я подарила, я уже показала вам в Инстаграм. Кстати, присоединяйтесь ко мне, те, кто еще не подписан на мой Инстаграм, присоединяйтесь. Я буду рада вас там видеть. Сейчас я покажу все, что я приобрела, и сосредоточимся именно на покупках. И должна вам сказать, что в этот раз мне просто несказанно повезло, потому что вот в той корзине, которую мне предложила посмотреть продавец, узнав, что я буду снимать эти товары в видео, она предложила мне вот такие вот средства от Абью. Там было довольно много корейских средств, и вот эти 3 я выбрала с большой радостью, потому что, ну, все вы знаете, как я люблю корейскую косметику, и стоимость у товаров от Абью совсем не бюджетная, а все эти средства стоили по 150 рублей. Первое, что я хочу показать вам поближе, это гель с семенами черными, очень интересный такой для умывания, для чувствительной кожи. То есть это тот гель, который должен успокаивать, очищающий гель для лица. Содержит экстракт белого лотоса, масло ши, масло кокоса, с мятой, очищающая, успокаивающая формула. Здесь довольно много масел. Я вам показываю сейчас состав. Обратите внимание, что у него определенное название Morning Cleansing Gel. То есть это гель для умывания именно утром, когда на вашем лице нет косметики. Это бережное, супер бережное умывание. Black Seed, вот они, черные семена, нужно будет изучить. Интересный очень такой компонент, довольно часто встречающийся сейчас, вот последнее время, в корейской косметике. Такой, я бы так сказала, антидепрессант для кожи. Как вы видите, все абсолютно зафольгировано, ничего не испорчено. До 2020-го, месяца, то есть это не просроченный товар, это все свежее, хорошее. Вот по каким причинам все это распродается, не знаю, то ли линейка уходит из магазина данная, ну то ли каким-то образом диктуется именно брендом, что продавать, что не продавать вот за такую смешную цену в 150 рублей. И в упаковке 150 миллилитров такого плана средства, которое не слишком пенится, я думаю, что именно таким оно должно быть для чувствительной, для сухой и, возможно, для нормальной кожи. Вообще это средство подойдет для любой кожи, если вы хотите сохранить молодость. То есть все, что сильно-сильно пенящееся и вымывающее кожу до скрипа, приводит в итоге потом кожу к более жирному типу, потому что себум начинает выделяться еще больше, пытаясь восстановиться. То есть вы его смываете, он пытается восстановиться. Поэтому вот такими вот утренними умывалочками я очень советую пользоваться любому типу кожи. Следующее, что я, кстати говоря, готова была приобрести и за полную стоимость, но вот, видите, мне повезло приобрести за 150 рублей. Кофе Naked. Такой вот пилинг-гель. Ну, то есть фактически это такой скраб-гель. Он должен быть очень-очень такой мелкий и не раздражающий. Он для чувствительной кожи. Это тоже Абью. Я сейчас 3 средства вам показываю от Абью.
правила торговли на территории России абсолютно соблюдены. Видите, должна быть вот такая наклейка с составом понятным. Ну, желательно, конечно, чтобы оно было еще переведено на русский язык, но, слава богу, хотя бы вот информация о самом продукте и способе применения. В этом средстве 100 мл. На чистое лицо, естественно, массируется 1-2 минуты и смывается. Только для наружного применения. Ну, в общем, спасибо. Кушать мы его не предполагали. Вот состав вам показываю. Сроки годности, опять же, смотрим на упаковке. И до какого? До 02.20 года. То есть, опять же, абсолютно хорошее средство. Ну, за 150 рублей это только мыло сейчас, мне кажется, можно купить. И следующее, как ни странно, это тоже линейка Апью. Вот такой Селато, да, или Целато. В общем, интересное. Джелато, не знаю, желе, наверное, имеется в виду. Руб ин Рисо. И обратите внимание, значит, Апью маска скраб для лица. То есть она наносится, чуть-чуть массируется и оставляется. Она придает сияние коже с экстрактом риса. То, что я тоже хотела попробовать. Вы знаете, я люблю маски. Это очень интересный, на мой взгляд, продукт. Вот состав я вам тоже показываю. Опять же, сроки годности на упаковке хорошие. И, ну, что тут сказать. Спасибо огромное магазину «Подружка» за такую вот возможность почти бесплатно получить вот такую довольно приличную банку. Так, сколько здесь, давайте посмотрим. Этой баночки 100 мл. Ну, в общем, замечательно. Опять корейцы пишут «Don't eat». Ну, в общем, понятно. Хотя нарисовано мороженое. Итак, это были три продукта по 150 рублей от бренда Апью. Следующие два продукта также корейского производства, однако они от разных брендов. И тот, и другой я пробовала, мне нравится. Ранее я приобретала их в других магазинах. Следующая пенка для умывания, которая должна оставлять на коже такую пленочку тоненькую, которая будет увлажнять и как бы является защитным слоем. Компания называется, если я правильно произношу, DioTree, то есть это, ну, как дерево, покрытое росой, если, конечно, корейцы не имели в виду что-то другое. 100 грамм в ней, и скидка на нее, естественно, уже не действовала, потому что она и так стоила 150 всего лишь рублей. Пенка создает на коже защитный слой, который помогает блокировать проникновение пыли и грязи из окружающей среды. Идеально подходит для ухода за чувствительной кожей. Ну, в общем, то, что как раз я и люблю. Экстракт бамбука здесь. Действительно хороший экстракт. Дальше эвкалипт. Довольно много кислот, как вы видите. И увлажнителей много. И много экстрактов различных семян, растений. У нее такая липковатая текстура. Она богата белковым волокном. В общем, все то, что обволакивает, успокаивает, снимает раздражение с кожи. Ну и, в общем, за 150 рублей, я думаю, прекрасная вещь для меня. И дочке подойдет. И даже если кому-то подарить, видите, она абсолютно новая, красивая, упакованная. Ну и со сроками годности, как вы видите, до 4 месяца 2020 года тоже все в порядке. И второе средство, это то, что я очень-очень люблю. У меня один закончился, я вам показывала. Это алоэ вера. Такой вот гель, снимающий раздражение. Здесь 98%. На мой взгляд, прекрасно. Компанию эту я знаю. И Choice называется она. Мне нравится, это тоже корейский производитель. Успокаивающий гель с алоэ для лица и тела. Я люблю вот такие мультипродукты, которые можно взять с собой, например, в отпуск и использовать вместо даже крема и для лица, и для тела всего. Очень удобно. Мгновенно быстрее в 4 раза, чем вода. Проникает в кожу, эффективно успокаивает, смягчает различные неприятные ощущения. Это действительно так. Я очень люблю гель алоэ. Поначалу, когда ты его наносишь, он кажется вроде бы липким. Кто ни разу не пробовал, может удивиться вначале. Но нет, потом проходит несколько секунд, и он куда-то полностью исчезает и дарит коже такой, какой-то даже бархатистость, я бы сказала. Очень приятное ощущение. Бренд Мадес или Медес, родом из Нидерландов. Для меня лично он новый. Но, конечно, на рынке он уже давным-давно существует. Очень большая линейка. Я посмотрела специально. Что-то в районе 500 рублей примерно, по разным, конечно, ценам можно приобрести данное средство в интернет, но, естественно, я приобрела его совсем не за 500 рублей и даже не за 200. Как ни удивительно, этот кондиционер для волос стоил вообще 100 рублей. Яркий брюнет он называется, 250 мл. Опять же, все средства, видите, новые, зафольгированные. Значит, срок годности 36, да, или 38, вам виднее, наверное, месяцев с даты изготовления, и вот дата изготовления, то есть он свежий.
для объема тонких волос, натуральных или окрашенных. Очень здорово, потому что я, в общем, как раз и люблю объемные такие вот средства, которые дают объем. Кто использовал уже это средство, напишите мне, пожалуйста, изготовитель Нидерланды. И я пока еще не пробовала, мне очень любопытно. Следующие два средства касаются декоративной косметики. Ну, во-первых, кисть от Essence, вы уже, наверное, ее видите. Она для таких вот жидких и кремовых текстур. Все они продаются вот в таком чехле, который в дальнейшем можно использовать как дорожный чехол и постараться запихнуть туда несколько кисточек. Ну, тут понятно, что это искусственный ворс, да, конкретно эту я еще не пробовала, но она очень хорошо, прям так плотненько набита, очень мягкие они. Если вы не готовы раскошелиться на EcoTools Real Techniques, ну, которые, в принципе, тоже довольно бюджетные, и хотите начать использовать кисточки, ну, к примеру, вы наносили только спонжами ранее макияж, то присмотритесь к Essence, у них очень неплохие, кстати говоря, такие вот, видите, нарядные кисти. Называется она кисть для контуринга, и стоила она 69 рублей. И теперь средство, на которое рекомендую вам посмотреть внимательно и не приобретать его. У меня в номере вроде бы красивом 0,20 A Frame of Roses, да? Made in Italy. Жидкая пудра для губ, Liquid Lip Powder. Это непонятно что, и не помада, и не блеск, и в общем что-то очень странное. Я думала, что может быть ее удастся использовать как тени, но нет, видите, при растушевке она вообще исчезает. Она содержит какие-то странные блесточки, вот как я вижу, да, которые потом остаются на губах, на глазах, если вы хотите ее как-то нестандартно другими способами использовать. В общем, ровно она не наносится, она скатывается, она полосит. Совершенно неудачный продукт в бренде Catrice, поэтому я не советую вам его приобретать. И не металл, и не мат. В общем, вы сами видите, какая-то ерунда. Чудесный, очень красивый, смотрите, какой замечательный рисунок. Решила взять носочки, тем более стоили они всего лишь 50 рублей, также лежали в этой корзине. В общем, вот такие укороченные, очень симпатичные. Носки от компании Socks, Ice Cream, состав 85 полиэстер, 15 что-то еще. Ну, в общем, срок годности не ограничен, забавно. Следующее, что я решила взять, ранее она стоила 175 рублей, это вот такая обложка для документов, называется она «Пуговицы». И стоила она всего лишь 50 рублей. Вещь полезная в дороге, особенно убирать документы. Ну, в общем-то, вы сами знаете, как применяются такие обложки. И вот такая огромная коробка, даже не помещается никак в кадр. Смотрите, это то, что я очень хотела приобрести, но они были дорогущие. То есть они 500, по-моему, с чем-то рублей стоили. Как-то прям я, ну, честно говоря, пожалела день, потому что я не знаю, какой будет результат. А сейчас, когда они стали стоить, ну, вот лежали в этой корзине за 150 рублей, я, конечно, не утерпела и взяла. Это спа гель клаверс. Ну, то есть, в общем, это перчатки такие спа со специальной пропиткой. Что меня заинтересовало, то, что даже если они в использовании будут несколько раз, потом вы их можете использовать со своим собственным кремом на ночь. Я еще пока не нашла суперудобные перчатки. Вот честно вам скажу, я пробовала спать в перчатках, потому что у меня довольно сухие руки, вы знаете, это проблема у многих, но вот прям не нашлось. А здесь, смотрите, какие мягенькие. Я сейчас хочу, чтобы мы с вами их посмотрели немножко поближе, раскроем. У них специальная пропитка там, супер-супер какая-то питательная. И это вот такой курс на увлажнение кожи, кутикулы. И, ну, в целом на 20 минут они в день надеваются. Ну, в принципе, на сухую кожу, понятно, то есть вы можете, в принципе, с ними и спать, если есть такое, ну, желание, необходимость, либо, ну, как-то отдыхать, то есть такой вот себе устроить спа-перерыв. И, собственно, скидка на них вот такая огромная была, только по той причине, что от них потерялась, как мне сказали, инструкция на русском языке, а она должна была быть, ну, прям вложена. И получается, что у них вот эта пара стояла на витрине, и кто-то, видите, к сожалению, выбросил или там утащил, я уж не знаю, инструкцию. В общем, вот так они выглядят. Я сейчас не хочу их пока раскрывать, потому что, ну, понятно, они как крем, соответственно, начинают немножко испаряться. Но
вот видите, они прям такие мягенькие-мягенькие и очень-очень плотные, толстые, прям видите, вот такие, как варежки. Это самый любопытный, на мой взгляд, объект из всех покупок возможных на сегодня, просто какая-то удивительная для меня новая штучка. Если вы пробовали, расскажите. Они очень тяжелые, потому что у них очень-очень большая пропитка, то есть там, наверное, ну я не знаю даже сколько там грамм, но грамм 300, наверное, точно есть, представляете? То есть вот они прям тяжелые, как полпакета молока. Со мной больше всего меня радует в этом всем бренд Апью. Как вы знаете, он совсем не бюджетный. Ну, не прям так, чтобы совсем уж люксовая была цена, но все-таки довольно прилично он стоит в России. Качество хорошее. Я проверяла, и некоторые средства я уже пробовала. Мне очень все пока нравится. Я люблю, как вы знаете, корейскую косметику. И, к сожалению, он не продается на iHerb, я бы обязательно заказывала, но вот видите, очень хорошо, что он полностью практически представлен в подружке, там хороший ассортимент. И сейчас хочу показать вам, ну как бы напомнить акции, благодаря вот этому буклету, который я забрала в магазине, здесь сосредоточены все акции по выгодной цене. Давайте сейчас еще раз вам покажу, чтобы вы просто могли сориентироваться, что сейчас до конца мая стоит приобрести. Видео вам нравится, я и дальше буду продолжать искать для вас что-то интересное, бюджетное, по выгодным ценам, приобретать и показывать для того, чтобы вы тоже могли как-то, ну, сориентироваться, где что можно купить, возможно, кому-то в подарок, потому что, ну, что тут скрывать, не все мы можем приобрести люксовые подарки и просто при встрече с человеком где-то в кафе сделать ему небольшой какой-то презент, это всегда, согласитесь, приятно. Спасибо огромное, что вы были со мной, я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!